Социалисты настаивают на предоставлении компенсаций на газ для потребителей. Лидер ПСРМ Игорь Дадон заявил в ходе передачи на одном из телеканалов, что тарифы могут вырасти вдвое. Pentru populație, la toți, trebuie compensat un volum minim. Eu am propus 100 de metri cubi. Dar diferența pentru este 100 să fie achitată de către stat. Și nu sunt bani mari. Noi am calculat că de chestia asta. Ei pot lucrul ăsta să-și permită. 25-30 de milioane de dolari, cum ei se laudă că europeni și americani sunt, lasă ei și să ajute oamenii în perioada rece anului. Și la anul deja o să ne clarificăm. Asta e unica soluție și trebuie de făcut urgent. Игорь Дадон также отметил в продолжении темы в соцсетях, что власть, вместо того, чтобы договориться о тарифе в 250-300 долларов, занята захватом госучреждений. Он отметил, что киношное правосудие не поможет нынешнему режиму, когда люди будут замерзать перед телевизорами, и у них не будет денег, чтобы платить за газ, еду и лекарства. Прежний диктаторский режим тоже пытался отвлечь внимание людей от проблем, фабрикуя скандальные дела. И все знают, чем это закончилось. Лидер ПСРМ призвал правительство прекратить злоупотребление и предложить конкретные решения.